На улице Марата в эти минуты машина уходит под землю. Под автомобилем размывает асфальт. Сейчас на месте работает наша съемочная группа. Я передаю слово нашему корреспонденту Александру Матрёнину. Александр, расскажи, пожалуйста, подробнее. В месте чрезвычайного происшествия в самом центре Иркутска, в одном из дворов на улице Марата, автомобиль провалился, под автомобилем провалился асфальт. Вы видите, как Honda Fit, переднее колесо полностью оказалось в яме. Сама машина лежит на асфальте, на днище. По нашей информации, этот свежий асфальт был положен всего лишь 2 недели назад. Одна из бюджетных организаций Иркутска проводила здесь ремонт и положила асфальт. И мы видим, какого качества это покрытие. А я хочу сейчас обратиться к очевидцу этого происшествия. Сергей, расскажите, как это было? Да, просто выглянул в окно, как бы посмотреть на дождик. Смотрю, машина стояла ровно. И, в принципе, как бы тут же на глазах просто провалилась на один бок. Вышел посмотреть вот, и позвали девушку, то есть хозяйку автомобиля. Хозяйка этой серебристой иномарки Елена, она работница одного из кафе, расположенных в этом дворе. Она здесь часто оставляет автомобиль и вроде польстилась на вот это новое покрытие асфальтовое и на этом месте поставила как бы гарантированно, что с машиной ничего не случится, но оказалось совсем по-другому. Елена, что вы намерены делать? Ну, я уже вызвала сотрудников ГАИ, вызвали эвакуатора, вот ждем. Ну, я думаю, наверное, обращаться к тем, кто делал эту дорогу и предъявлять им претензии, чтобы выплачивали за ремонт машин. Ну, а я еще раз хочу обратить ваше внимание, что абсолютно свежий асфальт провалился, и колесо упало. В какую сумму обойдется ремонт, мы пока не знаем. Яна, тебе слово. Александр, спасибо за самую оперативную информацию. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин.